Погодка прекрасная. И все на улице сидят. Иди сюда, Чарли. Чарли, иди сюда. Чарли, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Не надо, Чарли, не иди. Хай он ест. Я говорю, что-то может и домой лучше загнать. Но ну, пускай сидят. Смотри, чтобы он только не шел. А вот там кто-то бурчит, и он идет за ним. Хай ложится. Так, Вирчик, скажешь? Молодец, Вирчик. Вирчик, как копилочка лежит. Говорю, лежит, сидит. Сейчас я удочки приготовлю. Завтра на рыбалку поеду. Он уже с этого, Светланка. С Тимошей погулял, да. Иду удочки приготовлю. Хочу завтра попробовать на рыбалку поехать. Завтра возьму только поплавочные. Удочки попробую на поплавок ловить. Завтра тоже передают, что будет хорошая погода. Не иди, Светлана, никуда, пускай они сидят. А, ты взяла черного ангела? Он тоже хочет посидеть на руку. Он на Вильку рычит. Ему не нравится, что Вилька рядом. У него сразу пропало желание сидеть. Да, он только видит. Доля, иди сюда, не иди. Смотри, Доля только не пускай, бумурчик ест. Доля, залазь. Мало места в кресле. Ему лучше под креслом. Но не любитель сидеть. Он сел под креслом. Это эти два жевжика лазят везде. Да, Дали? Ты что возмущаешься там, Чарли? О, Вильчик чуть не упал. Виля, можно убиться так тут, да? Чуть не упал. Слазь давай. Слазь. А я, он тебе слезет. Вы себе представить не можете, кто там находится. Не надо говорить, бо они прекрасно понимают, не бойся. Приготовил удочку одну на щучку. Тут тройничок, поплавочек. Может, завтра малька словлю. И Вильчик мне помогает. Главное, чтобы они не, на тройник не попались, а ребята наши. Чтобы никто не зацепился. А Вильчик вот лежит рядом, видите. Вильчик помогает. Светлана свежим воздухом. Дышит. Так, Светлана? Чарли, ходишь, заходи, зайка, не ходи сюда. Чарли, не иди, Чарли. Не иди, на, ходи, зайчка. Ну, сейчас я удочки проверяю. Одну удочку я такую беру с поплавочком. Мамина, такой длинный поплавочек. Вдруг, может, будет ветер ледолечко, и волны. Короче, беру три удочки. Две поплавочных, одну на щучку. Вот. На щучку я уже приготовил, а это с таким маленьким поплавочком. Это такой чувствительный, хороший поплавочек. Крючочки маленькие. И завтра попробуем. Завтра на хлеб буду пробовать. На хлеб завтра буду ловить, пробовать. Илька, ты куда? О, а куда он прыгнул? Иди сюда, Вильчик. Вильчик, не ходи. Сейчас надо посмотреть, или кот поел. Я чувствую. Ну, Коля бы позвонил на телефон. Да не, это за забором. Виля пошел туда, где камин. Не-не. Долечка, иди сюда, иди сюда. Доля. Так, на завтра я уже приготовил белый хлеб. Это тесто, а это черный хлеб. Уже собрался ехать, сейчас как раз машину заведу, прогрею. Уже пол восьмого, я, конечно, уже давно встал уже. С четырех уже часов не спал. Потому что сирена была, где-то что-то сбивали, не знаю. Короче, так и не спалось. А ехать рано было на рыбалку, потому что еще темно. Сегодня, конечно, не такая погода, как вчера была. Солнышко было, сегодня такой ветерок. Серовато на улице. Я как раз Вильчика вывел, там мусор выбросил. И Мурчик уже ждет, чтобы дать ему покушать. Тогда ему кушать. Ешь, пацан. Сейчас машину брошу. Черви, опарыши у меня. Хлеб, тесто. Хлеб белый, хлеб черный. Посмотрим, что оно будет брать.
На поплавок сегодня буду пробовать, а все. Может, малька словлю, и щучка будет. Хотелось бы щучку словить. Ну, мурчик хай наест. Прикормку взял на всякий случай. Фанатик. Ну, не знаю. Может, буду прикармливать, а может, мы посмотрим. Так, удочки на месте, на месте. Сейчас машину заведу, пускай прогреется. Вот такой, ребята, улов. Слабоватый. Видите, пару коней. Ну, один окунь такой, там еще один окунь. Ну, маленький. Слабо берет. Потому что ветер. Слабовато берет. Вначале была поклевка, а сейчас глухо. Я уже и на щучку пробую. Что-то сегодня на щучку вообще не хочет. И ребята вы приходили тут на блесну бросали. Что у них так же самое, ничего не берет. Ну еще чуть-чуть половлю. Хотел бы щучку словить, но не получается, что у меня. Не берет щучка, вот и все. И на хлеб, на что я только не пробовал. И не хочет брать. О! Что-то такое поплыло. Гадюка решил. Не пойму. Ну, что-то большое поплыло. Ну, видите, на малька поплавочек плавает. На щучку. А на хлеб я пробовал, вообще ничего не берет. И на тесто я приготовил, тесто вообще ничего не берет. На опарыша и на червя. Вот и все. Вчера была погода хорошая, а сегодня солнца нету, ветер. Ну, все буду чуть ловить. Может, все-таки щучку словлю. Как раз такое место хорошее, камыш повырубывали. А то раньше тут камыш был полно камыша, невозможно было зайти. Кто-то вырубал его. Ну, там ребята ловят на блесну. О, вот такой улов. Ну там я величенькая и маленькая. Та я величенькая. Подожди, какой окунь хороший. О, не меня. Елки-палки. Ого, десятки окунь хороший. Вот десь... это хреново чистый. Да, окунь десятки хороший. О! Да у нас живо. Здесь что он робит? Конечно, что живо. Аккуратно десь, а десь, как он сразу выпускает, можешь колоться десь. Еще один такой крупный там есть окунь. Ну, нехай. Наловил ему. Что, Виля танцует, Виля танцует, давай, господи. Віля, окунь уколо тебе. Вілька. Та на що, щоб дитина тоді не їла? Не трогай. Ну, артист той рибой. Нельзя, Віля, нельзя. Вільчик. Риба колиться. Нельзя. Язичка поколиш, тоді не будеш їсти. Та? Оце. Сам вел, наверное. Чистить. О! Ну, окунь хороший, видишь? Колется. И такой там внизу тоже такой же самый. А за хвоста бери, о. А то хвост, мама. А то плавник твоя? Хвост. Ну, мелкая. Та воняет страшно. Та воняет. Та вдруг что-то отдадим это. Женя вот через забор качки пойдет. А что, он кот поесть придет? Мурчик, да, мурчик будет. Мурчик будет. Та сиамская поест. Мурчик ходит, да, уже такой здоровый, бачу. Та то така морда, что на баня. А спит тут у двух гаража у них. Да? А соседка говорит, что двери открывает, он говорит, в хату забегает. Конечно, что же нет. Да, но уже так не забегает, бо они щенка взяли. А-а-а, коту бедному нема да и приткнуть. Та что он в гаражу спит у них? А? Где ты пропал? Работаю, Ольга Леонтьевна. Где? Ой, мама.
Я сейчас не на пенсии, работаю. Ой, Боже, ты чем тут уже гроши девать? Не знаю, Ольга Леонтьевна. Поделимся. Буду кайда, на что не вам надо? А тебе уже для чего гроши, господи? Да.